Ну что ж, вот мы с вами едем по дороге. Самой северной пустыне. Чудесные места здесь, конечно. Очень красиво. И очень впечатляет все это. Ну такое здесь. Все вокруг. Барханы и песок. Сколько же они песка-то навезли, а? Да, кто-то за песочницу нормально пробашлял. Так сказал наш штурман. Человек, у которого сегодня за пьянку отобрали руль. Куда не в него. Лево, право, Иваныч, держись. А нельзя новую дорогу-то проложить? Лопата есть. Еда есть. Тут и провели весь отпуск. Чистое здоровье. Это лучше, чем мерзнуть в палатке на Орзге. Потеплело. Плюс 7. Да, кстати, тепло время уже. Поперло. Время 6.28. 6.28, уже скоро сутки. Как мы проснулись. Красиво слева видим берег моря. Не совсем понятные автомобили. Вот один почему еще. Здесь сыро. Вот этот вообще уже в разобранном состоянии. Ребята неудачно заночевали. Да? Почему здесь сыро? Что не могу же с озера пригонять сюда. То есть, наверное, как-то привезли. Грунтовые какие-то. Вот море. Ну, вообще, да, так как будто как река какая-то возникла. Может быть, дождь был сильный. Местечко. А видел, из веток такое сложено заборчик. Что так атакуют? А не может быть такого, что когда прилив, вот это все заливает? Такого же не может быть, да? Почему?